Всем привет! Сейчас очень много в интернете рассказывают о том, что пластиковые окна имеют настройки лето-зима, и нужно это переключать периодически. То есть говорят, что вот эти вот вещи, видите, тут эксцентрики под шестигранник, нужно поворачивать в одну сторону на лето, в другую сторону, если зима. Ну, соответственно, и внизу вот эту штучку, и вверху такая же. Вот. Все это ерунда, я вам скажу сразу. Это не настройка или это зима, как многие думают. Это эксцентриковые поджимы резинок, уплотнительных резинок окон. Если вы хотите так, чтобы ваша резинка не изнашивалась, достаточно сделать просто. Не надо крутить вот эти лишний раз шестигранники, потому что вы пережмете в конце концов резинку, и она потом будет задавлена, и зимой через нее будет проходить холодный воздух. Делается очень просто. Когда момент закрывания окна, вы просто вот ручку до конца, вот обратите внимание на резинку, сейчас она уплотнилась максимально, видите? А теперь делайте немножко назад, вот так вот чуть-чуть, на 45 градусов получается, назад поворачиваете. Вот резинка ослабла, посмотрите вот внимательно, я сейчас ближе покажу. Поджал эту ручку на 45 градусов, окно, вот оно, чуть-чуть приоткрыто. Ну, можно сделать даже не 45, можно чуть меньше сделать. Вот, окно чуть отошло, вот в таком положении. Вот, ручка вот так повернута. Все это летний режим, у вас резинка не передавливается. Не надо крутить эти эксцентрики. Почему? Потому что вы, если будете крутить, вы же только на этой стороне будете крутить. А эти эксцентрики, если на обратной стороне, то же самое для регулировки. То есть там петлями регулируется. Вот, для уплотнения резинки. Когда вы делаете ручкой, вы просто ослабляете резинку и все. Летом оставляете в таком режиме. Вот ручку ставите вот так. Зимой ручку поворачиваете до конца. Повернули до конца, все, у вас окно, резинка прижалась, она не пересохла, не передавилась. Вообще резинки все желательно обрабатывать силиконом, жидким силиконом. Он продается, в продаже есть разных фирм. Можно аэрозоль брать. Можно брать даже обыкновенный автомобильный полироль для торпеды. Это тоже и самый силикон. Он обеспечивает именно невысыхание резинки этой. То есть помыли окно внутри. Именно когда открыли, да, помыли это внутри. Высохло. И обработаете резинки все этим силиконом. После этого у вас, во-первых, зимой не будет залипать резинка. Будет дольше служить. Вот, и не будет пересыхать, соответственно, тоже будет дольше служить. Это мои рекомендации. А вот эти эксцентрики, которые для регулировки идут, их нужно трогать только в том случае, если у вас где-то в полностью закрытом окне, вот когда вы ручку полностью закрыли, вот, и вы потом проверяете, у вас где-то поддувает в каком-то месте, неплотное прилегание. Это бывает деформация самого пластикового окна, рамы или чего-то еще, ну, износ. То есть резиночка бывает там уже просела. Этими эксцентриками тогда вы регулируете. Не старайтесь их загонять прямо именно в тупик. То есть максимум. Немножко поджали, посмотрели. Если хватает, все, не дует. Больше их не надо трогать. Потому что вам потом в следующий раз опять придется это же делать. Всем пока. Если кому-то понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Будет всего много интересного. Всем пока.